Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу сделать свежий обзор караванчика, свежерастаможенного. Это Swift Challenger 2005 года выпуска, пятиместный караван, очень свежая, стильная модель. Вот по нему обзорчик сделаем, пробежимся по нему, все уголочки, все посмотрим по компоновке. Цена данного каравана 552 тысячи рублей. Вот, давайте начнем, чтобы вот с этого ракурса здесь как раз посмотрим. Ничего побитого нету. Алковская система тормозов. Вот с этого уголочка караван полностью обслуженный у хозяина. Все целое. В прекрасном состоянии. Где-то какие-то мелочи все равно будут, но такого чего-то я не вижу. Своя линия, аккуратная наклеечка, как и должна быть, идет. Мыть этот караван можно любой химией. Беленький, насыщенный. Низы. Шильды свои оригинальные, как и должны быть. Все стеклопакеты целенькие будут. Сейчас посмотрим. Очень красиво, на мой взгляд. Литые диски стоят. Так, 14-я цешка, высокий клиренс. Вот. Резина такая ближе 4 с плюсом. Подвесочка, ребят, чтобы все было видно по состоянию, потому что стесняться нечего. Арочки все аккуратные, ничего побитого нет. В чем даже прелесть, внутри зайдем, как удобные жалюзи. Вот, уже свои штатные. Как они тут работают, все покажу. Дополнительный бардачок. Сейчас пойдем назад. Сзади его полностью посмотрим. Ну вот он. Это уже фары, которые шли до 2011 года. Во всех свежих моделях. Ну, вот так аккуратненько. Swift. Такая брендовая марка. Также могу сказать, что это подразделение Knaus. Ласточки. Вот и ласточка сама. Я оттягиваю. Ну, красивый вид сзади просто. Ну. Давайте снизу тоже заглянем. Все аккуратно, запаска сзади. Это наши рамочки. Вот и сама ласточка. Так. Давайте здесь также. И пошли аккуратненько наверх. Какая-то мелкая поцка, но это тут вообще ее даже не видно. Все аккуратно, все панели свои, ничего клееного нету. Все техосмотры караванчик проходил, обслуживался у хозяина. Спереди ручки все крепкие, как и должно быть. Внутри очень будет крутая планировочка. Ребят, сами увидите. Стеклопакеты все в прекрасном, в целом состоянии. Также не лените, залезайте вперед. Газовый баллон есть с редуктором. Уголочки, ребят, смотрите. Ну, все очень отлично. Караванчик полностью растаможенный. Ну и, конечно, планировка. Вот свои панели. Вот я оттягиваю. Красивый. Место под аккумулятор. Все арочки
все целые, как и должно быть. Резина все одинаковая. Ну вот, наблюдение. Это Ford кассета, все, конечно, стоит, как и должно быть. Тут дополнительно ящики, вот что-то положить, какие-то вещи большие, без проблем. Давайте сейчас пойдем вовнутрь, сейчас по нему посмотрим внутри. Какая-то здесь красота. Ну, тут здесь действительно красота. Я разуюсь аккуратненько, чтобы не напачкать. Вот на кровать. Редкая модель. Чтобы вот так была угловая кровать. И шторка тоже должна быть. Да, ну, мы к этому вернемся. Вот. Вот я помедленнее веду. Вот чистенький, аккуратный караванчик. Так, давайте начнем. Жалюзи свои. Вот она, ничего по рваного нету. Но все равно вещь свежая. Они должны соответствовать. Это блок управления. Здесь стеночки. Да, примитивно щелкаем. Другого выхода я не вижу в ситуации. Хотя бы гнилую стенку видеть. И в свифту всегда дополнительно еще вот, ну, типа деревом, ДСП-хой, все сделано. Красивая фурнитура вся. Вот тут даже не нащелкаешься, мне кажется. Все аккуратненько. Плита, духовка. Здесь тоже. Все, механизмы все работают. И вот что мне нравится. Тут. Оп, оп, оп. Также наверх подняли. Ну вот в свежих моделях, как это все система выглядит. Насос есть. Что у нас в холодильничке? Дометик стоит с большой морозилочкой. Все есть, все на месте. Вот это дополнительно, чтобы стекалось что-то. Ну вот, я их не мою, не чищу. Забирался вот он как есть. Забирался он у дилера. Вот диваны в прекрасном состоянии. Ну и здесь, конечно, еще заглянем, посмотрим. Как правило, мой товарищ говорит, в свежих вещах такого не должно быть. Ни винили, ничего. Он обслуживался. Здесь мы все равно все в спокойном режиме запускаем. Тем более погодные условия сейчас все позволяют. Оп, ну вот, вот. Даже приятно смотреть. Щелкали. Ну, тут подлезть тяжело. Ну, вот он, все чисто. Так. Также крепкое все. Вся мебель очень в отличном состоянии. Раздувы стоят. Заглянем вовнутрь. Здесь все механизмы, ничего сломанного нету. Так. Вот. Стол раскладывается. Все механизмы, все работает. Какие-то балки от фурнитуры, вещи. Здесь тоже все заглянем, посмотрим у него здесь аккуратно, чтобы ничего не запачкалось. Там лежат типа
пленка. Все отлично. Ну вот какая-то мелочь тут есть, но это не столь тут такое что-то. Так что под этот диван полезем, посмотрим, что у нас. А у нас здесь что? У нас уже здесь бойлер стоит на 10 литров. Это хороший большой плюс. Ну, свежий вечер, как правило, здесь все есть. Так. Вот они диваны, нигде не пошарпан, ничего. Караван даже не пришлось на мойке отмывать. Вот. Потому что он где-то, я думаю, что хранился в закрытом паркинге. Также здесь механизмы все проверим. Вот. Тяжело подлезть. Вот это управление трюмой. Полностью газ, электро, все работает. Вот состояние. Ничего побитого нету. Тут хозяйки все равно, я думаю, что есть. Все отмоете, приберетесь. Я думаю, что это не проблема. Так. Давайте дальше. Посмотрим, зайдем в ванну с туалетом. Ну вот плюс душевая кабинка, холодная, горячая, причем она закрывается удобно. Тут хоргкассета, туалет, все стоит, все там в прекрасном состоянии. Здесь точно так же, как удобно, дополнительно все поставлено. Вот верха все чистые. Закрыли. Теперь давайте здесь сейчас все посмотрим. Ну вот чем удобно. Механизм, я думаю, вот он. Нигде не сломан ничего. Человек вот пленка наклеена. Что-то, наверное, какие-то вещи положить. Раздувы тоже стоят. Все закрываем. Шторка отдельно отделиться тоже есть. Ну вот она. Нигде не порвана, ничего, ни пыли, ничего нету. Я думаю, что караван не так часто ездил. Матрас чистенький, свой. За вещи ухаживали, потому что вещи не дешевые. Также здесь ящички, все посмотрим. В отличном состоянии. Дополнительный ящик, все стоит. Здесь какие-то вещи можно хранить. Тут, конечно, очень светлый он. Все на месте. Караванчик в наличии, полностью растаможен. В Пскове стоит, как и все караванчики. Все в одном месте. Состояние каравана отлично. Вот, все. Состояние каравана на пятерочку. Ну и цена, конечно, все это не маленькое, уже по новому евро. Но везти все равно надо. Спрос есть. Вот, звоните, пишите. Вайбер, ватсап, все есть, какие-то вопросы. Если кому-то что-то надо тоже подрастаможить, тоже подскажем. Проблем нету. И, конечно, вот они, панорамный большой люк, светлый. Что еще сказать? Вот, завтра буду обзорчик тоже делать караванчика, как раз к праздникам, то, что растаможили. Все уже ПТСы, все в наличии. Подписывайтесь, ребята, на мой канал, кому интересно. Эта тематика, все-таки это обзор именно идет на караван, ничего он большего не несет. Именно вот караван, вот состояние. Чтобы вы видели, чтобы зря просто не приехать.
Вот, ставьте лайки. До скорых встреч.